И всем привет, с вами снова Дурфус, и сегодня я бы хотел показать вам одну интересную программку. Называется она BitPad. Что такое BitPad? BitPad — это, грубо говоря, подобие на компьютер, да и на планшет, на всякие ланчпады. Но что же такое ланчпад? Ланчпад — это такое приспособление для диджеев, на котором есть вот такие, грубо говоря, кнопки. На каждой кнопке записана какая-нибудь дорожка звуковая, грубо говоря, звук какой-нибудь типа пук или там пик, и нажимая на определенную клавишу, на которой есть звук, создается музыка. И собственно, вот я нашел BitPad такой, блин, долго искал на самом деле что-нибудь подобное на компьютер, и нашел. Так вот, как он работает. Для начала нам надо нажать Edit Beats. Тут есть информация, это вот key bidding, это то есть на какие кнопки надо нажать, чтобы там первая вот это цифра 1 на вот эту, цифра 2, 3, вот и вот так далее. Здесь вот написано, думаю, разберетесь. Потом нажимаем Edit Beats, Browse. Ссылочка будет в описании на само приложение и на Beats, на бит. У вас будет такой архив с битами, с Click Cinema, это на песню вот эту, вырезанная из песни. Разархивируйте, переместите в какую-нибудь папку, в данном случае у меня новая папка. Переместите все вот эти там дорожки, которые будут. И все. Выделите, нажмите там типа ОК. Все, видите, уже написано Ready, готово. И, собственно, можно играть. Зачем, спрашивается, эта вещь нужна? Да хрен знает, просто так повеселиться, когда нечего делать. Может быть, конечно, профессионально кто-то будет заниматься этим, но не знаю. Опять же, это если есть слух. Надо плюс, можно саму, кстати, создавать через всякие специальные программы. Допустим, в Sony Vegas, наверное, тоже можно найти, только надо будет дорожку. В общем, не важно. Можно будет самому что-нибудь создать. Ну и как это работает? Итак, сначала, наверное, покажу, что это вообще такое из себя представляет. Но перед этим я скажу, если вам понравилось это приложение, ссылку вы найдете в описании на скачивание самом приложении и вот этих нарезок. И если вы здесь впервые, подписывайтесь, ставьте лайк, и всем удачи, всем пока. А теперь, пожалуйста, как это работает.